вашим... Вот меня очень, честно говоря, поразили слова о том, что наши партнеры, министры иностранных дел Франции и Германии, сделали нам какой-то ультиматум. Я считаю, что это совершенно некорректное высказывание, некорректное объяснение ситуации. Нормандский формат был создан для помощи Украине в решении проблемы на Донбассе. Для того, чтобы Украина не оставалась один на один с теми территориями, с представителями тех территорий, с Российской Федерацией, к этому процессу подключились Франция и Германия. Этот процесс поддерживается Соединенными Штатами Америки, и президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама неоднократно об этом сказал. Наши партнеры в рамках этих Минских соглашений не делали никаких ультиматумов. Они встретились с представителями украинской власти и сказали, как они видят, как гаранты этих соглашений, как их нужно реализовывать. Мы совершенно вот как бы даже не знаю по какому. Мы говорим, нет, это нам не нравится, мы это не хотим делать. Тогда как мы будем это решать? Общими словами. То есть Украине нужен мир. Без того, чтобы решить проблему на Донбассе и вернуть в Украину мир, не будет никакой ни экономики, ни социальных выплат, ни бюджета нормального, ничего. Будут только траты на оборону и рассказы про то, что нам нужно там бороться с агрессором. И все.